Чеховские спортсмены получили новый автобус для поездок на соревнования. Такой подарок училищу Олимпийского резерва сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Так юных атлетов поощрили за многочисленные победы. В том числе и гандбольную команду «Чеховские медведи», которая стала первой на чемпионате России. Особые слова уважения тренеру, человеку, который олицетворяет российский гандбол. Для нас большая честь, потому что «Чеховские медведи» – это визитная карточка. Хочу пожелать вам достижений на международной арене. Там конкуренция еще более сложная. В Чеховском училище проходит подготовку более 250 ребят по 5 видам спорта. Гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду. Многие воспитанники входят в юношескую и молодежную сборную России.